Приветствую своих подписчиков моего канала. Сегодня я хотел бы сделать ролик не столько о рыбалке, а сколько о самом канале и немного задать вам вопросов и осветить свои планы на ближайшее будущее. Итак, хочу я начать с определенной просьбы. Она довольно необычная. Некоторое время назад, это год-полтора, федеральные каналы начали использовать мои материалы для своих передач. И делают они довольно просто. Они заходят в YouTube по тегам клещи и просто-напросто скачивают мои ролики. Им это качество подходит, нравится. И на этой основе делают передачи. И с одним из федеральных телеканалов я дошел уже до точки, где нужно будет мне посудиться. То есть я с ним уже провел определенную переписку, зафиксировал все это дело у нотариуса. И на данный момент мне нужен юрист по авторскому праву. С теми юристами, с которыми я имел честь, скажем так, общаться и немного поработать, у нас не сложились, скажем так, рабочие моменты. В общем, если у вас есть хороший, адекватный юрист по авторскому праву, я готов с ним побеседовать и, соответственно, поработать. Теперь я хочу осветить, что же вас ждет в ближайшем будущем на моем канале. Первое. Сейчас начинается активный сезон клещей. Поэтому я буду делать тесты репеллентов. Уже на два репеллента у меня есть материал, то есть видеоматериал. Он остался у меня так тайком с прошлого сезона. Второе. Мне присылают люди разные такие штуки для тестов. И вот я хотел бы сделать один тест, например, человека, который мне прислал вот такую ткань, материал. Человек прислал из Новосибирска. Это какая-то военная технология в борьбе с клещами. И этот материал использоваться будет нашей российской армией и именно от клещей. Поэтому я его храню до наступления, скажем так, активного нашествия клещей и протестирую этот материал. Второе. Один из довольно крупных производителей прислал мне на тест химию. Этой химией можно обрабатывать не только одежду, но также и территории, дачи, либо какие-то часто посещаемые места на природе. И я в реал-тайме покажу, насколько она работает или не работает. Кроме этого, как вы помните, был еще у меня один ролик, где у меня были крупные клещи, которые отложили яйца. И я все-таки покажу, что у меня из этого получилось. Для того, чтобы лучше видеть клещей, я приобрел вот такой микроскоп. И сделаю обзор на этот микроскоп, покажу, например, как выглядит человеческий волос. Естественно, я хочу его использовать по нескольким направлениям. Первое направление – это все, что связано с клещами, яйцами и так далее. А второе – я хотел бы сделать еще один момент, о котором я скажу чуть позже. Если говорить о теме, опять же, клещей, я штудирую периодически импортное интернет-пространство и купил штаны из Америки, которые должны спасать рыбаков и вообще туристов, комаров, мошек, в общем, других кровососущих. И я сделаю обзор этих штанов, скажем так, очередная запатентованная технология, которая не спасает от тех самых комаров. Недавно я сделал приобретение, это подсак, так как мой подсак рыба порвала, вот на этом видео. Расскажу о принципах, как я выбираю подсадчики. Это будет еще один ролик в ближайшее время. Ну и самое главное, я добился того, что теперь я в режиме онлайн могу видеть то, что творится под водой при съемке камерой GoPro. То есть я сделал подводный Wi-Fi. И то, как у меня это получилось и как я это делал, я расскажу тоже в отдельном ролике. Но если касаться других обзоров, то все, что я буду приобретать, так или иначе, я хочу поделиться этим опытом, обозреть позиции, что подошло, что не понравилось. Кроме того, я хочу на канале сделать еще несколько веток. Первая ветка, о которой я хочу спросить вашего мнения. Стоит ли мне заводить ветку о тестах плетенок, лесок, крючков, узлов?
именно на силу разрыва, там, на скорость разрыва и так далее. Если вам это интересно, то оставьте свой комментарий, стоит ли мне это делать. Еще один момент, который я хотел бы вас спросить. Имеет ли мне смысл заводить, скажем так, определенное направление о том, как я снимаю ролики о рыбалке? В этом направлении я бы рассказал, какой аппаратурой я пользуюсь, какими приемами я пользуюсь, как я создаю сценарий, где я беру музыку, авторскую или не авторскую, как я разгребаю косяки там с какими-то нюансами, которые возникают, ну, в процессе ведения канала. Вот если вам это направление интересно, то тоже дайте комментарий внизу под видео. Ну и последнее, о чем бы я вас хотел спросить, интересен будет ли вам такой канал, отдельный канал, скажем так, лайв канал, на котором я буду говорить о том, чем я занимаюсь, о финансах, о психологии, о спорте, о здоровье. Ну, в общем, о тех событиях, которые у меня происходят в жизни и, возможно, вам помогут. Если вам такой формат канала интересен, там будет минимум монтажа, то тоже дайте мне знать. Например, я бы начал тему этого канала именно о том, как у меня складываются события, например, с тем же федеральным каналом, который, ну, по-русски своровал мои ролики о клещах. Ну, на этом все. Я жду ваших комментариев под видео о том, что вам интересно и что вам, может быть, неинтересно. Может быть, вы свое направление посоветуете. Ну все, на этом всем пока. До новых встреч!